этот город и большой торговый порт на Желтом море в Китае построила Россия в самом начале 20 века. Название порта говорит само за себя. Дальний, порт Дальний. Теперь это китайский город Дальянь. Так вот, поскольку любую собственность и любые интересы нужно защищать, поблизости пришлось построить русскую военно-морскую базу, знаменитый Порт-Артур. И все это мы благополучно потеряли во время русско-японской войны 1904-1905 годов. Эту войну мы не могли выиграть ни при каких обстоятельствах. Отвечать на вопрос, почему, можно долго, а если в нескольких словах, то получится буквально следующее. Не в силе Бог, а в правде. Воистину так. Русский солдат нравственно не способен воевать за неправду и побеждать в банальной колониальной войне. Историю русско-японской войны следует начинать с истории железной дороги. Если бы мы не построили в Китае железную дорогу, не было бы и той войны. Всех солдат, всю армию, оружие, лошадей везли по железной дороге. Из центральной России прямо сюда, в северо-восточный Китай, в Маньчжурию. Дорогу построили к лету 1903 года, а в феврале 1904 уже началась война. Как говорится, комментарии излишни. Дорогу строили очень быстро, за 6 лет. Наверное, и тут есть повод для гордости. Как-никак, это тоже свидетельство нашей экономической мощи, русской энергии и технической оснащенности. Теперь, спустя 100 лет с небольшим, нам этого крайне не хватает. Теперь, скорее, китайцы будут строить у нас железную дорогу и прочее тому подобное. А с другой стороны, чего это мы сюда полезли? Зачем? Ну как же, резон был такой: спрямить Транссибирскую железную дорогу через Маньчжурию почти по прямой, по равнинной местности, на 500 километров короче и проще. Если по нашей территории, по Сибири, вдоль Амура, это дороже. А тут, значит, дешевле. Ну и вперед, даешь великую тихоокеанскую державу. Станции построили, мосты, город Харбин. Ведь это русский город в Китае. Мы его построили с нуля. Тут был центр КВЖД, Китайской Восточной Железной Дороги. Только спасибо нам за это никто не скажет. Хотя память остается до сих пор. В центре современного, цветущего китайского Харбина оставлен маленький исторический русский уголок с паровозом и водонапорной башней. А в свое время нам и КВЖД оказалось, как известно, маловато. Из Харбина мы потянули ветку на юг, в сторону Порт-Артура и Порта Дальнего. И в Корее у нас возникли свои экономические интересы. То есть у себя в Сибири и на Дальнем Востоке нам было уже как-то тесновато. Попутно мы для себя решили, что Япония вполне обойдется и без Кореи, и без Маньчжурии. За этим стояли, опять-таки, вполне реальные вещи. Экономический потенциал России в то время значительно выше японского. А война – это всего-навсего соревнование потенциалов. Так порой считают
недалекие люди и недалекие правители. События русско-японской войны очень быстро развеют это пагубное заблуждение. В апреле 1904 года в России была объявлена мобилизация. Это значит массовый призыв резервистов. В далекую Маньчжурию на русско-японскую войну отправятся главным образом не кадровые, а запасные части. Для этого повсеместно призывали мужиков, которые когда-то, согласно закону о всеобщей воинской повинности, 4 года служили в солдатах. Солдатскую жизнь они давно забыли, теперь у них семьи, жены, дети, хозяйство. Ну зачем им воевать с каким-то там японцем? Что они забыли в неведомой им Маньчжурии? Если бы, не дай бог, супостат стоял у ворот, если бы он посягал на родную русскую землю, ну тогда, конечно, другое дело. Но ведь тут все совсем иначе. Начальство приказало мужикам ехать умирать в Маньчжурию. Начальство приказало, вызывая в ответ раздражение и злобу. А на дворе не 18 век, а начало 20-го, канун Великой Русской Смуты. Еще немного, и крестьянство в щепки разнесет историческую Россию. Нужно было обладать каким-то феноменальным нечувствием, чтобы пропустить через станции и воинские эшелоны сотни тысяч русских людей, чтобы вести их через всю страну и в конце концов собрать огромную армию на сопках Маньчжурии. В начале войны с Японией Россия окажется в очень невыгодном положении. Тут все очевидно. От Квантунского полуострова, где расположен дальний Порт-Артур, до Японии гораздо ближе, чем до Центральной России. Это означает, что развернуть здесь японскую армию можно гораздо быстрее, чем русскую. Перевозка русских полков и дивизий займет более года. Японское командование об этом прекрасно знало. И оно не стало ждать, пока русская маньчжурская армия достигнет необходимых размеров и мощи. Японцы изо всех сил стремились использовать свое изначальное преимущество. 12 мая 1904 года здесь, в 60 километрах от Порт-Артура, на перешейке, соединяющем Квантунский полуостров с материком, началось одно из первых сухопутных сражений той войны. Японцы рвались к Порт-Артуру. Они стремились атаковать нашу морскую крепость с суши, а не только с моря. И вот первое серьезное препятствие на их пути – русская позиция на перешейке. Ширина перешейка, это хорошо видно на карте, около 5 километров. Справа и слева – заливы Желтого моря. Сам перешеек запирается горой. Вот она. Здесь были подготовлены редуты, окопы, расставлены орудия. Эту позицию обороняет всего 3 русских батальона. 3 батальона против 3 японских дивизий. У них почти 10-кратное преимущество. И это касается всего, в том числе и артиллерии. Представляете, что здесь творилось и какой это был бой? В первый день японцы провели артподготовку. Затем на рассвете с криками «Банзай!» бросились на штурм. Их не остановили даже русские пулеметы. И только когда дело дошло до рукопашной, атака захлебнулась. Затем захлебнулась 2-я и 3-я. И только по приказу высшего командования оставшиеся в живых, израненные русские солдаты оставили эту позицию. На следующий день без боя будет сдан порт Дальний. Начнется героическая оборона Порт-Артура. С середины мая он был
отрезан от нашей основной маньчжурской армии. Теоретически эта армия могла в любой момент прийти на помощь Порт-Артуру. Но судьба, как известно, распорядилась иначе. Мы находимся с вами недалеко от города Ляояна, у подножия горы Шоушань. Это буквально вот здесь. Рядом проходит железная дорога на Порт-Артур. С этой горы открывался далекий вид на укрепленные русские позиции, которые были заранее и тщательно подготовлены. На это потребовалось много усилий. И само собой, что русское командование связывало с позициями под Ляояном большие надежды. «От Ляояна не уйду! Ляоян – моя могила!» – говорил главнокомандующий маньчжурской армии генерал Куропаткин. Сказано как будто твердо и решительно. На самом деле это только слова. Генералу Куропаткину более всего не хватало именно решимости. Справедливости ради надо сказать, что он был хорошим, образованным и опытным генералом. В свое время при Скобелеве он был прекрасным начальником штаба, и это осталось самой яркой чертой его военной биографии. Наверное, он мечтал о лаврах полководца. Во всяком случае, всего остального он уже достиг. Куропаткин приехал в Маньчжурию, оставив высокий пост военного министра Российской империи. Конечно, он стремился победить японцев, в этом не может быть никакого сомнения. Но он их не мог победить, потому что ему не хватало решимости. Ни смелости, ни умения, а именно решимости. Куропаткин не чувствовал русского солдата. Он его не знал, не понимал. И в этом все дело, в этом источник этой нерешительности. Единственное, что мог сделать генерал Куропаткин здесь, под Ляояном, в августе 1904 года, это не допустить разгрома. И он его не допустил. А ради этого заранее отказался от победы. Вот здесь, буквально на этом поле, недалеко от янтайских угольных копий, решалась судьба бесславного для нас Ляоянского сражения. На самом деле, русскому солдату пришлось столкнуться здесь не столько с японцами, сколько с китайским гаоляном. Это распространенная в Маньчжурии культура. Высота стебля более 3 метров, это выше, чем кукуруза. Войдя в эти джунгли, не мудрено потерять всякую ориентацию в пространстве. Невозможно понять, кто стреляет, откуда, где свои, где противник. Наступать в такой ситуации это еще куда ни шло. Но обороняться это выше человеческих сил. И все-таки псковский полк сумел удержаться на этом поле целый день, 20 августа. И сдерживал натиск японской бригады. Другие соседние полки ушли, убежали. Но псковичи под началом полковника Грулева продолжали упорно защищать левый фланг всей нашей армии. Если бы генерал Куропаткин своевременно прислал на помощь кого-либо из резерва, позицию можно было отстоять и даже организовать контратаку. Но на это нужно было решиться. И в первую очередь преодолеть страх, попасть в окружение, потерять связь с железной дорогой. Гораздо проще и надежнее было отступить к северу и отвести войска на новую позицию, к городу Мукдену. Древняя столица Маньчжурии, Мукден, в наше время носит имя Шэньян. Это огромный современный китайский мегаполис, полностью поглотивший небольшую историческую часть. Трудно представить, что во время русско-японской войны Мукден был почти сплошь одноэтажным.
Современников тех событий здесь сохранилось немного, но они есть. И тем не менее, самым дорогим для нас памятником Мукдена навсегда останется этот небольшой православный русский храм, храм Христа Спасителя. Его построили на кладбище, где были погребены русские воины, солдаты и офицеры, павшие в многодневном Мукденском сражении. В начале 20 века это была самая крупная сухопутная операция в истории. По количеству войск она в несколько раз превосходила Бородино. Россия потеряла под Мукденом более 30 тысяч убитыми. Как видите, храм-памятник находится далеко не в лучшем состоянии. К тому же и кладбища здесь давно уже нет. Это очень и очень печально. Не сказать об этом мы не могли, не имели права. В 30 километрах от Мукдена, там, где в феврале 905-го кипели самые жаркие, смертельные бои, на так называемой Путиловской сопке сооружен еще один русский памятник – монументальный каменный крест. Японцы громили эту сопку из осадных орудий, то есть из пушек крупного калибра. У нас такой артиллерии под Мукденом не было, а у японцев была. Недавно эти пушки разбивали укрепление Порт-Артура. К моменту начала Мукденского сражения Порт-Артур уже пал. Японцы успели быстро перебросить орудия к Мукдену. Кстати, по железной дороге, нами построенной. Установив орудия против наших позиций на Путиловской сопке, японцы приступили к нанесению мощного лобового удара. Эта сопка находилась в центре позиции всей маньчжурской армии. Вот здесь. К востоку и к западу линия фронта простиралась на десятки километров. Но центр нужно было держать в первую очередь. Это аксиома. И мы его держали. Держали позицию под убийственным артиллерийским огнем. Когда от прямого попадания японского снаряда наши блиндажи разлетались в щепки. И так с утра до позднего вечера. А ночью японцы непрерывно штурмовали сопку. И наши солдаты штыками отбивали эти атаки. К утру весь склон сопки был покрыт японскими трупами. Но с первыми лучами зимнего солнца японская артиллерия снова вступала в этот кровавый поединок. Вообще тут было жутко и страшно. И тем не менее, ни один солдат и ни одна рота не покинула эту позицию. Никто не роптал, никто не спрашивал, зачем все это и когда это кончится. И только в госпитале под хлороформом, теряя сознание, раненые солдаты с Путиловской сопки проговаривали то, что скопилось у них на душе. «Обгадилась Россия!» – бормотал обожженный сибирский стрелок с раздробленной ногой. «Обгадилась Россия! Что народу даром губят!» То, чего все время так боялся генерал Куропаткин, случилось под Мукденом. Одна из японских армий смяла наш правый фланг и стала заходить к нам в тыл. Японцы приближались сюда, к древнему ансамблю северных императорских могил. Но оборонять этот район было некому. Наша армия была сосредоточена и по-прежнему сражалась к югу от Мукдена. Куропаткин попытается спасти положение. В окружении свиты он помчался на север, чтобы организовать контрнаступление, чтобы вынуть свою армию из затягивающейся петли. Поздно, слишком поздно Куропаткин узнал и осознал маневр японского командования.
оставалось снова в который раз подписать приказ об отступлении. И главнокомандующий его подписал в ночь на 25 февраля. Вот только выполнить этот приказ было уже практически невозможно. Для отступления сотен тысяч людей оставался узкий проход в несколько верст с одной единственной мандаринской дорогой. К этой дороге устремилась наша несчастная маньчжурская армия. Ее солдаты умели сражаться, это очевидно. Но перенести еще одно отступление они не смогли. Дорога, по которой армия отступала на север, была до краев заполнена повозками с ранеными, военным имуществом и артиллерией. Пешим солдатам на дороге места не было, и они брели по сторонам. В узких местах, особенно у мостов, возникали заторы и свалка. Там, где японцы могли обстреливать дорогу, начиналась самая настоящая паника. Вдруг кто-то закричал: «Мишка, руби по стромки!» Это прозвучало как сигнал. Солдаты, недолго думая, стали бросать повозки, орудия и вскачь уноситься прочь от гиблого места. И только один артиллерийский капитан остался у брошенных орудий. Он неподвижно и молча сидел на своей лошади. Потом медленно поднял руку с револьвером, приставил к виску и нажал курок. Многим показалось тогда, что нет ничего ужаснее в жизни, чем отступление деморализованной армии от Мукдена. Увы, ближайшее будущее поколеблет это впечатление. Возвращение армии в Россию после заключения мира с Японией станет еще страшнее и отвратительнее. Это безумие началось осенью и продолжалось всю зиму 905 года. Рвущаяся домой русская армия, как дикая орда, бросилась на железную дорогу. Озлобленные люди никого и ничего не хотели слушать. Им бесполезно было говорить о каком-то порядке, о правилах, о расписании, в конце концов. «Мы на это не согласны!» – кричали пьяные солдатские голоса по поводу и без повода. «Мы на это не согласны!» В октябре армия узнала о царском манифесте, о даровании русскому обществу свобод. Это только подлило масло в огонь. Солдаты с грозно выжидающим видом подходили к офицерам, стараясь вызвать их на столкновение. Чести никто не отдавал. А если и отдавали, то вызывающе посмеиваясь левой рукой. Или иначе, солдат подходил к офицеру, протягивал руку и говорил: «Здравствуй, теперь свобода!» Офицер руки не подавал и получал удар кулаком в лицо. В Харбине на узловой станции чуть ли не ежедневно находили на улицах подстреленных офицеров. На многих станциях распоряжались тогда стачечные комитеты. Проезжавшие офицеры, врачи, служащие, даже генералы оказывались в их полной власти. Могли посадить на поезд, а могли не посадить. Но к разбушевавшейся солдатской массе требовались иные подходы. А иначе себе дороже. Эта масса заведется с полуоборота, разгромит и разграбит весь вокзал, как в Иркутске, а не только станционный буфет, что было вполне заурядным явлением. Солдаты в раз почувствовали себя хозяевами железной дороги. Паровоз могли отцепить. Вместо двух паровозов кому-то оставить один, мол, и так сойдет. А машиниста ничего не стоило припугнуть или даже избить, чтобы был сговорчивее, ну и ехал побыстрее.
Вот так и катился по великому сибирскому пути этот мутно-пьяный и безначально бунтовской поток. Пьяные солдаты орали песни, вываливались на ходу из поезда и замерзали в тайге. Неудачная война обернулась не просто анархией, она обернулась гражданской войной на колесах. Теперь мы знаем, это было грозное историческое предзнаменование. Русский солдат, как видно, может быть не только героем и защитником Отечества. Но об этом в следующем выпуске исторической программы «Кто мы» в цикле «Не в силе Бог, а в правде».